Эски-Юрт – один из старинных и загадочных городов Крымского ханства. О нем сохранилось крайне мало информации. Когда он возник? Как изначально его могли называть? Кем были его жители? Какова его роль в истории Крыма? Эски-Юрт сохранял свое значение и в ранний период истории Крымского ханства. Есть предположение, что наряду с городом-крепостью Коркьером он использовался как ставка первых крымских ханов после перенесения ханской столицы из восточной части полуострова города Салхата на западную. Об этом смотрите уже в эту субботу, 13 апреля в 17:35 на телеканале АТР в программе «Алтын-Девир». Города Крымского ханства. Эски-Юрт.